Привет всем, вы на канале Beer и Game, мы продолжаем проходить игру Spider-Man Amazing. Продолжаем, мы неделю назад стреляли здесь, игра вылетала, паук не слушался, как я сказал в конце видео. Это ужас просто, что здесь было, игра постоянно слетала. Я не знаю, что такое GameX ошибка. Не знаю, что сейчас будет, посмотрим. Очень это было проблематично, поэтому... Кобздец, она очень много раз летала, поэтому очень такая... Очень много раз летала, прям что за фуфло-то они делают там? Или это какая-то... Что, снимаем эти стационарные турели? Это слепая турель, ты же меня видишь, нахуй. Вот так у тебя фашистская турель. Чтоб они нам в дальнейшем никак не мешали. Вот эта система защиты у них здесь. Это система защиты, да, нам не надо попадать. Так, еще мудаки там. Давай, сейчас поуничтожаем эту лажу. Так, хмырь засек. Вот ты фриц фашистский, а? Вот так вот тебе нахуй. Как шел. Он так ее отрывает, что ли, как-то, да? Да, он силач. Все, что я могу сказать еще про паука, одним... Три удара ему, кобзец, все. Да, кстати, в этом... Это плане. Очень минус какой-то. И то играем мы на легком уровне каком-то там. Три ударчика и все. А на сложном как было бы сложно. Да, с одного удара или мизинцем по носу ударить, и все, ему труба будет. Mm-hmm. Его бьют кулачком, и все, и труба ему. А он вроде бы-то супергерой, правильно? Что за хрень это? Мы убираем сейчас пушки, да, чтобы нам удобнее было потом в дальнейшем идти, да? Правильно? Я поняла. Да. Теперь мы что делаем? Вот этот долбанный вентилятор, в который нахрен иногда не пролезть вообще. Shift зажимаем и жмем клавишу мыши нахрен правую. Вот ну так. Конечно, да. Вот так вот, да, если вот что. Вот прям взял и пролез. Вот гады. Пока не видит. Шел он нахрен. Куда мы пойдем? Дверь закрыть. Пойдем опять эту потную дверь открывать. Да, да, вы слышали. А пушек-то нет, так что пофигу как-то. Вот, и дверь у нас закрылась, она автоматически закрывается. Надо будет опять включать эту панель, чтобы где дверь открылась. Фуфло тут. Давай. Вот она нахрен. Взаимодействуем. Он уже все коды знает, он все знает, паук. Знает, да. Молодец. Можно было, наверное, так идти. Так, как-то. Где там херь это? Вот этот вентилятор злополучный, из которого паук этот так. Shift. Или что там? Shift, да, Shift. Оп-оп-оп-оп-оп. Сколько тебе надо, чтобы ты затормозился? О, прошло. Что там нас ждет еще? Все. Вот здесь. Вот здесь вот это место. Все время у нас тут игра вылетала. Вылетала нахрен постоянно. Надеюсь, сейчас такого не будет. Вот эти штуки надо сломать, как мы поняли. А? Там будет периодически так включаться ток. Сейчас мы лажу уничтожим. Погнали. Вот так вот надо. Спрыгивать к ним. Вижу гибрида. Запускаю электронные. Куда поехала, да? Угу. Никуда не надо уезжать. Где там еще херь ваша? Еще вон там их сколько. Кто вас спонсировал, нахуй? Вижу гибрида. Запускаю. Куда она стреляет вниз? Ага. Вот надо успеть уничтожить. Она думает, что там невидимый какой-то стоит, что ли? Гибрид. Ага. То, что стреляет она только в одно место. Так. Вижу гибрида. Даже за верх нельзя, да, цепляться за потолок, по-моему, тоже. Офигенно. Сколько нам еще хрени уничтожить еще? Еще одно такое. Так, она еще ток опускает, понятно. Значит... Угу, так я тебе и говорю, да, ток. Ток, ток, ток. Так. Все. Можешь ничего не пускать. Жарко для тараканов и крыс.
Так а что там еще? Что там делать-то, ёбал? Все уничтожили. Не понял. Еще что ли одна? Вот так вот тебе на. О! Паук, скорее! Мы долго не протянем! Я уже иду! Держитесь! Я вас вытащу! Жесть. Видела? Да. То есть их же эти роботы заперли, чтобы уничтожить впоследствии, да? Хорошая система у них работает. Да. Мудак создал эту систему, которая их же и уничтожает, потому что они заражены. Ну, видишь, да. То есть получается, они заражены, и они уже не люди. Мы научились такую штучку делать. Потом покажем. Если получится. Так. То есть, если они нас не видят, да? Зажимаем Е, потом еще раз Е. И вот такая херь, да, вот она. Подвешиваем. Очень полезно, кстати. Пока нас не видят, можно их так подвешивать. Да. Вот так вот нахуй. Оп, виси. Куколка. Так. И вот этих двоих сейчас тоже. Опа. Так, Мудень нас видит, надо валить. Да, сейчас мы уйдем. Ну мы уже многих, кстати, убили. Шкура ты потная, нахрен. Блин, пауку труба, нахрен. Да-да-да, вот видите, три удара и все, он уже. Да вообще, страшный. Какой-то слабый он вообще. Слабачок, нахрен. Один раз долбанули все у него. И загнулся. Так, теперь мы эту херь будем наносить. Сейчас мы придем в себя, да, наверное? Давай. Загибаешься. Да, делать мне больше нечего. Ты никогда не успокоишься. Он сам собой? Раздвоение личности? Да, у него раздвоение личности. Такой в рывке. Смотри-ка ты. Еще роботы здесь. Так, сейчас нам надо их спасти, да? Да, вот я хочу как-нибудь взять его, что ли. Прячьтесь, я разберусь с этими роботами. Вот я не помню, как их гасить, этих мудаков железных. У них какой-то щит стоит. Щит стоит, а он их не бьет. То есть надо как-то этот щит разрушить. Все, труба его. Пукнули, стрельнули, все, загнулся, все. А, это люди все там стоят, да? Вот. Паутины, короче. Стреляем паутиной, поле разрушается вроде бы. Но их очень много. Ничего себе, получилось, да? Кого-то там долбануть. Подохни ты, железка ты роботизированная, паучара потный. Вот так вот тебе на. Во, зашибись. Давай, вот так вот тебе. Да, паутинка, вот, получай. Мне юмор Человека-паука не очень нравится, если честно. Ну, он придуманный. То есть, он придуманный, да, но вот не в фильме. Ну, он как бы пытался шутить, но все равно, как сказать, по фильму, по комиксам, да, он у меня подразумевается такой школьник, да, неудачник, который вот просто потом у него такая суперспособность появилась. И да. Он там сейчас просто стал там шутить, юморить. У всех бы школьников-неудачников. Была бы такая способность, да. Было бы хорошо. Все бы мир спасали бы. От полицейских, которые его разрушают. Да. Попадешься полицейскому, тебе пистолет или что-нибудь белого порошочка подсунет и труба тебе. Ну что поиск там у вас? Гибрида. Двое осталось козлов. Да, вот еще, кстати, хотел сказать. Вот эта способность, да, вот в кокон, как он заворачивает вот этих людей, то есть надо вставать ровно под жертвой, скажем так, и там у тебя появляется такое действие. Смотри, какой большой вылез. Да труба нам сейчас будет, коглец. Этот еще нам... Смотри, он помог нам. А, ты помог? Ну, спасибо. Да. Ты здесь? Пока да. Вот вакцина. На всех хватит. И на этот раз она поможет. Должна. Будем надеяться. А, больно. А, больно. Как ты это сделал? Помогло? Отпустило. Ну-ка, все в очередь. Будем делать укольчики. И здесь. Его могла послать только Гвен.
Значит, она жива. Все, выздоравливают или что? Как мы... Я видел, короче, кто-то говорил, какой-то, как сказать, мужичок известный говорил, что всегда в американских фильмах засовывают одного, как мы говорим, афроамериканца. Да, вы видели, все белые, один афроамериканец. И везде во всех фильмах так делают, везде. И с нами, как всегда, главный герой разговаривал афроамериканец. Везде, так во всех фильмах. То есть... Ну, да, это... Жесть. Вот логика у американцев, да. Везде нужно одного засунуть афроамериканца. Это не Задорнов говорил? Может быть, Задорнов говорил, да. То есть, вот видите, фильм, видите, даже в игре такую же сделали. Абсолютно такая же игра. Обратите внимание. И самое главное, с нами говорил афроамериканец. Он главный. А белые и так себе там бегали, шастали. И в фильмах, так, обратите внимание, в американских тоже всегда главный герой афроамериканец. Потому что он там один. Они всегда засунут его. Вот логика-то у них, ё-моё. Так, куда нам топать-то? Что-то я забзделся и не знаю, куда идти. Так что Задорно так говорил, да, и я действительно стал на это внимание обращать. Раньше-то они были рабами, а теперь главными. Так что, ну, так вот в людях поведено. Да нет, почему главные? Вот просто, да, просто они... такая вот роль, да. И все. И всегда просто... у них главная роль, да. Нет, не обязательно, тоже не обязательно. Ну, такая, второстепенная или главная. Так, что здесь, куда нам идти? Эй, что за херь? Понятно, а зачем она здесь? Зачем она здесь, если некого бить, правильно? Угу. О! Вообще, куда нам топать-то здесь? Непонятно, куда-то надо идти. Но мы куда-то выбираемся. Как будто рука, да, какая-то? Так, что-то... Вот руку. У нас какие-то сбойчики маленькие притормаживают. Ну, что-то, да, игра какая-то... Она вроде бы тянет, но вот... Постоянно... Иногда слетает. Иногда, да, не запускается. Иногда слетает, не запускается. Как здесь? Скажи, с ней тяжело нахрен. Эти монтаж очень тяжелый, конечно. Попробуй, слови момент, подставь звук нахрен. У него как будто очки, да, такие, смотри? Ну, он прицеливается, да. Вот. Ух ты, ничего себе, он долетел. Облом. Хорошо, хоть ножки не ломает, нахрен. Давай, прицелимся. Вот сюда можно прицелиться. Потом сюда вот, давай. Куда еще? Хрен его знает. Пойдем ввысь. Ну ты пойдешь куда-нибудь, паукообра. Паукообра. Паук и кобра, да? Паука-кобра, нахрен. Паука-кобра. Паука-кобра, нахрен. Пошли туда, сходим. Что-то я запутался, ебо. Давай сюда сходим. Что это у них здесь вообще такое? Какие-то огромнейшие вентиляторы. Это вот какие-то вот бонусы нам дают. За них нам дают. Ну хорошо, мы способности. Мы не зря идем, мы их собираем, я согласен, да. Но куда дальше-то идти? Музыка как в этом парк юрского периода. Похоже немножко. Ой, что здесь у нас происходит? Я что, выпил много, не могу понять, куда идти, что ёбал. О, смотри, кто куда-то залез, сутки. Ну здесь тупик, видишь, решетка сверху. О, еще одна хрень, смотри, не зря ходим, знаете. Ну зато эти штучки собираем. Да, собираем, да. Ух, ты можешь, походу, спрыгнуть откуда угодно и ножки не сломаешь. Паучьи ножки тонкие, но устойчивы. Да что за херь-то? Кто здесь такие дыры-то сделал? А, да, это тот червяк, который за нами бегал, помнишь? А-а-а. Это, походу, он, только от него такие. Mm-hmm. Любит они червяков, да, делать.
Любит, это точно. Сюда пойдем. Пошли куда? Непонятно пока, куда идти. Вообще, откуда мы пришли. Ты уже запутал нас. Ой-ё. Это куда? Это обратно мы пришли, блин. Может там что? Ну там навряд ли, наверное, что-то будет. Не хочу по кругу бегать. Походить, посмотреть. Во, мудозвончики висят. Но они же живы, да? Да, но уже умерли. Паутина сделала так, что они задохнулись. О, что здесь? Может, сюда действительно? Мы вроде были здесь везде. Давай, куда топать-то, ёп? Это что за хер? Ух ты, ёк, приперлись нахуй. Вот куда, понятно. Охренеть просто. А здесь у нас, помните, кто-то сидел в аквариуме? Человек-скорпион, по-моему, тут сидел. Пока никого. Так, что такое? Заставон нахуй. Бен, ты жива? Я здесь. У меня есть вакцина. Настоящая. Гвен? Гвен? Нет. Нет, так нельзя, я же спас тебя! Я сделал все, чтобы тебя спасти! Держись! Ради меня! Гвен! Гвен, не сдавайся! Ради меня! Не сдавайся! Труба твоя, Гвен, все нахрен! Ты знаешь, что ты единственная! Когда я впервые увидел тебя на физике, рядом с тобой мне было так легко. А по фильму она рыженькая была, я да? Хотел быть с тобой, даже когда поклялся уйти. Да все не так, в фильмах, комиксах и в играх, видишь. Без тебя жить, Гвен. Паркер, в жизни не слышала более слюнявой пошлости. Живая. Жива. Гвен! Ты... Жива. И мне гораздо лучше. Вакцина работает? Ты же жива, ёп. Ещё как. Он как Кинг-Конг какой-то. Питер, всё нормально? Как ты, вот что важно. Мне лучше. Вот они, будни Оскорб. Не верится, что тебе хватило сил перепрограммировать робота. Новые модели все равно тебя атакуют. Наверное, у них другой протокол работы. Тут явно без Смайта не обошлось. У него осталось достаточно роботов, чтобы контролировать ситуацию. Не уверена, что кто-то ее контролирует. Где Смайт сейчас? Он выпустил S-02 и исчез. Это робот-змея. Он должен убить тебя. Думаю, Оскорб пересматривает условия его договора. Думаешь, мы сможем взломать компьютерную систему и отключить остальных роботов? Ох, Алистер Смайт писал коды сам, так что вряд ли. Такого ответа я и ожидал. Ты пока отдохни. Скоро мы отсюда выберемся. Шо так, надо? Хорошо. Всё, ну вот, мне кажется, прошли уровень. Наконец-то. Слушай, и так... Запутались мы там в одном месте, да? Как там пройти? Да я запутался, ни хрена не знаю, куда там бежать, нах. Ну что тут путается? Зато собрали 3 чемоданчика, что-то улучшили. Угу. О! Нет, просто очки набрали, потом улучшишь. Угу. Будет время. Че нахрен, поехали. Осторожно, Гвен. Летать на паутине в помещении не то, что снаружи. Держись покрепче, скоро мы будем у меня дома. Питер, я в порядке. Гвен, ты чуть не умерла. Тебе надо... Нет времени. Сначала надо кое в чем разобраться. В наших отношениях? Нет, Пит. У тебя полно других дел. Люди так и не поняли, что тут произошло на самом деле. Они думают, что злодей — это ты. И сколько нам еще расставаться? Мне надо позвонить в полицию. Я знаю людей, которые работали с моим отцом. Они меня выслушают. Обещай, если тебе станет... Пит, я здорова. Благодаря тебе.
Иди. Надо вернуться домой и обрадовать Коннорса. Да и принять душ мне бы не помешало. Принять душ? Как он? Коннорс у нас. Нападение во дворе, отбой. 10:22, идет нападение, отбой. Так, что у нас? Похрен мне на ваше нападение. Милиция есть, ну, пускай спасает. Ну выбирай, смотри, какие способности. Бой нахрен быстрый. Еще что-то появилось, да? Сила атаки. Нахрен, а что тут выбор-то? Херь. Херь. Паутина, супер удар, нахрен. Это что за херь? Так, это я не туда. Мы ее вообще не пользуемся, она ни к чему. Как обучение в путь на... Не, но она у нас есть внизу экран, и нам ее хватает. Да, хватит. Все и... Чего? Не жадничайте, у меня конфеток на всех хватит. Чё это за хрень тут мне целится? Ты чё, попок? Кто уйди, ты кто там целишься? Так не пойдет. Где наша цель? Пойдем. На цель. Паука не хватит на всех. Что тут за хрень? Ты чё, мудозвон, летаешь здесь? Пошел вон. Они хотят, чтобы паук... Все, молчи. Да, да, вы совершенно правы. И вы, паук, тоже правы. Там всякие бои какие-то ведутся, получается. Ну, полицейские же должны действовать. Паука на всех не хватит, что паук за полицейских работает. Они зарплату получают. А паук по силе своей, не по силе, а по равнодушию, а по доброте своей бегает, всех спасает, капец. А ему за это хрен лысый. И все, нахрен. Сидеть в какой-то потной квартирке всю жизнь, и все. Полицейские, то есть милиция пускай спасает, вот так вот. Милиция, милиция, вот пускай спасает. Вот такой бы был бы, если уж Человек-паук, такая вот логика у него. Я пойду туда, мне нужно на цель, а милиции здесь хватает, она спасет всех и весь мир. Все идем учиться на милицию, будем отращивать пузо и большую рожу. Так, что у нас здесь? Загрузка. Да? Ну еще здесь. Опа, опа. Ух ты, я столкнул. Удар, кия нахрен. Как в жизни. Удар ногой. Ты! Так, шип, смотри, у нее шип. Вот так вот. Какой скорпионик-то. Блин, я думаю, что какой-то бой, но тяжелый будет. Что-то он не гасится. Ну, ладно, погасим. Вот ты жижу разведал. Видишь, это он. Сопли свои. И чем понятно, ты там дрыщешь? Понятно. Значит, мы его один раз уже долбанули, да? Сдаваться не пора. Смотри, полицейских куча, ну взяли бы, застрелили его, да? Ждали паука, то есть вот тупизна-то, ё-моё. У них пуля. Он тоже, видишь, мог напасть, тем более они только что подъехали. У них пуля револьверная или что там, какое оружие дается, блин, нам труба. А он сыт, вообще какой-то мочегонный человек. Или что это такое? Давай я свет выключу. Вот смотри, стоят, стреляли бы, да, вот смотри, сколько машин. У них там такие ракетницы. Один раз пульнуть и труба ему. Воду его скидывает. А он только туда скидывается, я вижу. Второй раз мы уже долбанули его. Смотри какой, а. Интересно, он сам вообще осознает, что он делает? Или им вот эти инстинкты, что ли, управляют? Одна пуля в башню, и ему труба, снайпер. Ну так, чисто по игре, потому что фильм-то мы не смотрели, этот новый Человек-паук. О да, он все равно перелетает. Три раза долбанули. Чувачок пивка напился, видишь? Зеленого пивка. Кулера нахрен. И теперь вон, что с ним происходит. Не знает, куда слить.
Где он, нахуй? А вон ты, ёп. Давай, давай. Давай я свет выключу. О. Новую фразу мы придумали. Вот так вот, нахуй. Сколько мы вас долбанули, да твою, да? Ну, вроде держимся нормально. Я думала, сильнее он будет, все-таки нет. Просто главное уворачиваться, да? Да, до этих мочеспусканий. Угу. Иди погуляй. Че он не дохнет-то, ёбок? Гюльчатай, открой личико, правильно? Есть такой фильм. Солнце пустыни, белое солнце пустыни. Ну давай, давай, фриц. Это туман, да? Всё. Где? Ну, вот, ну да, это жижа, его испражнение, видишь, то есть это его выхлоп от пивка, видишь? Я вижу туман. Ну, да ё-моё. Слушай, или я что-то делаю неправо, или он не гасится вообще, не понимаю, что за хрень. Тогда нам. Может, кран на него свалить или контейнер? Где это нахуй? Ну стрельните в него, милиция, стрельни, милиция, ты почему не спасаешь паука? Паук вас спасает. То есть от вас. Чего там ему на что наплевать? Охрен он знает. На что-то там ему наплевать? Паук спасает полицейских. Капец. Видишь, есть такие вещи, которые может делать Человек-паук, а которые полицейские не могут делать. Так они пулькой стрельнут, снайперская, там такие технологии уже. Пулька пробивает, кобдец. Они стоят, ничего не делают. Ну, прям как и в жизни. Так же и в игре. Ни хера не делают. Вот так вот, нахуй. Ну сдохни ты, паскуда. Все нахуй. Все, что ли? Мы уже гасим охрен, сколько. Вот, да, зашибись. Запаковали. Что здесь такое? Везите его. Они до сих пор стоят, смотрите. Зашибись. Здорово. И чего? Пойдем в душ. В душ? Да, он же хотел в душ. Зашибись. Вот так вот, нахуй. Чего опять не так? Да ёпта. Не хочу, я кто-то там сказал. Куда ты не хочешь? Девочку в садик увели. Или в школу. Да, или в школу. После да. воскресных мультиков. Не хочу. Так, мы куда сейчас приемся? На цель, правильно? Ох, ты первый раз собрал страницу в полете. Да. Давай что там. Ой, хорошо полетать. Да, да, вы совершенно правы. Я только что хотел заорать, и вы заорали вместо меня. Оп-оп. Интересно, что будет, если он все страницы комиксов соберет? Мы соберем комикс? О, зашибись. Да, мы это возьмем. Я думаю, журнальчик соберем какой-нибудь. Угу. Потом можно будет почитать, да, наверное? Ну, наверное, да. Историю. Вот так, вот так. Поперли, все. Окошко. Хлоп нахрен, и все. Там нас ждет наш верный ящер. Ящер помог. Жесть, что-то мы седьмую главу проходим. Mm-hmm. Уже хер знает сколько. Вообще за бред-то какой-то. Че все-таки? Я говорю, ну да, все-таки он нам помог. Все-таки хорошую вакцину во-первых, сделал. Первую. Доктор, вакцина помогла. Гвен и ученые спасены. А что случилось? Ты смотрел новости? Они хотят закрыть весь остров на карантин. Боятся глобальной эпидемии.
Я стараюсь поставить вакцину на поток, пока вирус не вырвался за пределы Нью-Йорка. Как вы? Думаешь, меня простят? Когда вы спасете весь город, вас поймут. Не город. Моя семья. Все поймут. Я в этом уверен. Все нахрен. В городе порядок. Все будут спасены. Здесь мы закончим нашу серию. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте и ставьте лайк. Всем удачи, пока смотрите, жопождение. Пока.